представь, ко мне сегодня приходил Дед Мороз. Посмотрите, какие подарки он мне принес. Это конфетки, наверное. Не знаю. Он здесь притронул рисованные конфетки. И огроменный подарок. С чего же я начну? Наверное, с маленького. Это конфетки. И, кстати, оно очень красиво упаковано. Ага. Здесь магниты. Ну, покажи. И здесь. Ага. Можно разрисовывать. Да. Это разукраска. Да. Видите, такой магнитик. Миленько. О, нет, это не подарок. Здесь конфетки. А давайте... Тяжеленький. Жаль, что мы не сняли, как Алина здесь радовалась, когда мы ходили на улицу в Деда Мороза. Все, все, достаточно, открывай. Ух ты, какая классная штука! Вся блестит. Опять лол. Дед Мороз, я тебя обожаю! Я тебя обожаю! Я просто обожаю эти лолы. Оно такое огромное. Не видела огромное. Разрубим? Да. Сзади. Пожалуйста, спереди. Конечно, плотно, как тоже. Алинка мучается сама. Сил нет. Ты сегодня кашку хорошенько поела? Ох, ничего не отломала? Куча радости. Покажи. Святой Николай, ага. Тоже были шарики? Тоже столько много было, да? Давай, счастливый ребенок. Что это такое? Ложи, ложи туда на эту крышечку. Здесь много сюрпризов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 шаров. Угу. Открывай, я посчитала их вместе. Выпрыгнуло что-то. Значит, наша Алинка будет собирать коллекцию лол. Уже одежек столько будет у нее. Я обожаю его. Как он знает? Он же знает, что ты сейчас любишь такое. Котечко. Ну, желтое. Очень красивенькое. Очень красивенькое такое. Ой, угу. Сколько обуви, сколько одежды. Нет, это... Угу. Нет,
что синенькие? Сколько у тебя уже пар ботиночек там есть? Раз, два, три, да? Да. Угу. Что? Они вроде бы одинаковые. Ну да, а как? Нет, здесь еще одна пара. Такая же синенькая? Да. Может, там близняшки спрятаны? Не знаю. Давай, давай, доставай. Все равно прикольно. Быстрее, здесь вам, мне же самой интересно. О, это уже прикольно. Сколько здесь ботиночек? Сколько здесь обуви? Я не знаю. Похоже на капсулу лома. Большую капсулу. Еще одну замочку. Пальчики болят, дочь? Да. Моя хорошая. Что там еще? Опять ботиночки? Да.